Твери прошла конференция местного отделения партии «Единая Россия». Участие в ней приняли глава региона, сенатор Совфеда, спикер областного парламента и гордумы. Это важное и знаковое мероприятие перед началом избирательной кампании в Тверскую городскую думу 9-го созыва. Его ждут немалые изменения. В частности, каким будет дальнейшее развитие областной столицы, будут определять всего 25 народных избранников вместо 33, как в настоящее время. Как пройдут выборы в этом году, смотрите в нашем сюжете. Ремонт дорог, создание комфортной городской среды, открытие новых производств, улучшение системы здравоохранения, развитие образования. Будущие депутаты должны решить не одну задачу. А жителям Тверской области 11 сентября в единый день голосования предстоит избрать 265 депутатов в 21 муниципалитете. Говоря о том, как должны выглядеть политические выборы, даже на муниципальном уровне, это прежде всего достижение национальных целей по развитию нашей страны. Это прежде всего технологический суверенитет, это продолжение наших социальных программ и проектов, это укрепление системы государственного образования и частного образования, это развитие системы здравоохранения, это развитие национальной культуры и спорта, развитие жилищного строительства, развитие экономики по ключевым отраслям для каждого региона и каждого муниципального образования. Впервые за 10 лет выборы в городскую думу пройдут по мажоритарной схеме, а не по смешанной. Это значит, что весь состав гордумы будут избирать теперь только по одномандатным округам, а количество депутатов составит 25 человек. Список кандидатов от партии сформирован по итогам предварительного голосования. Из 25 кандидатов только 14 сейчас уже занимают эти должности. Еще 11 человек – это работники промышленности, медицинской сферы и общественных организаций. Созыв, который будет избран, и те люди, которые будут депутатами, кому народ доверит свои голоса, конечно, будут работать плодотворно, как и предыдущий созыв, на создание комфортной жизни в нашем городе, чтобы у нас оставалась молодежь, чтобы к нам приезжали жить молодые люди, создавали семьи, чтобы у нас город был очень жемчужиной средней полосы на нашей прекрасной великой реке Волга. Фактически после выборов произойдет переход на новую систему управления городом. Каждый депутат будет представлять конкретную территорию и нести перед жителями ответственность. Как отметил председатель законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев, важно, чтобы избирательная кампания велась честно, чисто и в соответствии с законодательством. Это нормальный процесс, это соревновательный процесс. Главное, чтобы это не выходило за рамки, подчеркну еще раз, избирательного законодательства, и чтобы избирательная борьба, избирательная кампания велась чисто, честно, в соответствии с законом. В завершении конференции губернатор подчеркнул, при проведении избирательной кампании ключевая задача всех кандидатов – непосредственная работа с избирателями и их обращениями.